Я в Эль-Бахталеру, малы, всем мира, добра, благополучия. Вот. Недавно вы видели видеообращение по поводу притчи Господних. И вот я бы хотел, чтобы вы послушали, что говорит Господь насчет детей. Дыка на видео. Учителю нужно отдохнуть. Пожалуйста, пожалуйста. Петр, Яков. Пустите детей приходить ко мне. И не препятствуйте им. Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Ромалы, есть такие люди, пока не увидят собственными глазами, либо не пощупают руками, ни во что не верят. Ну, вот что говорит Господь. Посмотрите. Мы видели Господа. Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Мир вам. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Господь мой и Бог мой! Фома,
Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. А вот Господь объясняет, для чего Он пришел. Вот, посмотрите это видео со Степабах. Рави, когда ты сюда пришел? Истинно, истинно говорю вам. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого Он послал. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сшел с небес? Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, услышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Как он может дать нам есть плоть свою? Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища,
И кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, сшедший с небес. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Какие странные слова. Кто может это слушать? Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. В следующих видеороликах я вам расскажу, что такое печать Антихриста, как это будет выглядеть и что будет с теми людьми, которые примут эту печать. За эту печать Антихриста более 2000 лет назад написано было в Библии, о чем предупреждал Христос. И вот мы пришли в эти дни. Я расскажу вам про эту печать, что будет. Все по Писанию Господа. Я желаю вам мира, добра, богатеть в Господа Бога. Тавентума бахталы.